Строительство долгожданного виадука идет по графику. Работы не останавливаются ни на день и постоянно финансируются. 389 миллионов рублей на строительство важнейшей для города транспортной развязки Вологда получила из Дорожного фонда области. 10% от этой суммы должно быть выделено из городского бюджета. 6 февраля вологодские депутаты собрались на внеочередную сессию, чтобы изменить главный финансовый документ города. Парламентарии единогласно проголосовали за выделение необходимых средств. На внеочередную сессию как раз подоспели и 350 миллионов рублей из Дорожного фонда для строительства такого важного социально даже объекта, как виадук. И мы должны были по закону принять решение о выделении денег на софинансирование в размере 39 миллионов рублей. Итого, значит, мы буквально на днях получим на эти цели 389, почти 390 миллионов рублей, что позволит нам, наверное, выполнить обязательства, которые дал глава города и губернатор области на той стороне железной дороги, когда сказали, что в 2013 году первые граждане или первая машина переедет, минуя переезд через эти железнодорожные пути. К концу 2013 года первые автомобилисты смогут проехать в микрорайон Лукьяново, не стоя в пробках на железнодорожных переездах. И эта часть города станет развиваться более быстрыми темпами, поскольку решится ее главная проблема – транспортная. Екатерина Василенко, Игорь Пантин, Вологда Портал.